Доброе утро, уважаемый блокнот Воронеж. Обращаюсь уже к вам, потому что, честно, даже не знаю, как на нашу службу воздействует города Воронежа. Может быть, она не столь большая и крупная проблема среди миллионного города, но все-таки. Утром пятницы прорвало центральную трубу. Вода льется с пятницы, 6:30 была подана заявка в водоканал. Сегодня раннее утро воскресенье. Ни одна служба не приехала, даже просто посмотреть. Одни отписки говорят о том, что ваша заявка принята, ждите. На сегодняшний день образовалась глубокая дыра, то есть подмыла грунт и подмывает дальше его. Сегодня воскресенье, должна приехать тяжелая машина для вывоза мусора. Так недалеко и до несчастья. Ходят в школу дети, проезжают легковые автомобили, пока кто-то не провалился. Чего ждем? Совершенно непонятно. Обращались два раза в МЧС, сказали, это не их сфера деятельности. Администрация, собственно говоря, сегодня воскресенье, я думаю, вряд ли нам кто-то отметит. Прошу вас посодействовать в решении данного вопроса. Может быть, вы, как СМИ, реально можете повлиять на наш безответственный водоканал. Спасибо.